Приветствую вас и для достижения цели, которую вы сами себе поставили, нужно соблюдение нескольких условий. Первое условие заключается в том, чтобы четко для себя осознавать, что мужчине, вообще-то говоря, нужен. Что ему нравится, что его восхищает, что вызывает у него позитивные эмоции, чем он увлекается. И напротив, что ему не нравится, что вызывает у него негативные эмоции, что расстраивает. И это вы можете сделать благодаря вопросам. Задавайте ему как можно больше вопросов о нем. Добьетесь вы этим того, что человек будет чувствовать ваш интерес к нему. Человек будет ощущать, что он для вас интересен, важен, ценен. И будет, естественно, перед вами раскрываться. Тут надо сказать, что ни один из вопросов не носит характер одноразового. То есть, в принципе, не стесняйтесь по истечению какого-то времени повторять вопросы, заданные ранее. Удивитесь, как ответы будут отличаться друг от друга. Потому что сам факт наличие того, что вы задали этот вопрос и вообще задаете вопрос человеку, позволяет вам больше доверять, ну, в большей степени доверять. И это постепенно даст ему возможность перед вами раскрыться. Раскрыться так, чтобы вы увидели его потребности, его желания и стремления. Это очень важно. Дальше. Дальше вам нужно понять, собственно говоря, что вы дадите человеку. Что вы можете дать ему?